сейчас буду вот такой. Тысячный, потом 1500. И то же самое вот было напильником. Вот после резиночки. Это тоже резиночкой обработан. Крестик тоже самое прошелся, получается, тысячный. Потом 1500. Сейчас паять буду. Вот, колечко уже припаял. Неудобно одной рукой снимать. И получается, на Иисуса, на заднюю часть, нанес припой. Паял сюда. Все во вкус теперь. Ну, я уже смазал, но сейчас мы еще раз намажем. И получается, наложим сюда Иисусика. Устанавливаем, как оно должно все быть. Неудобно мне все-таки снимать одной рукой. Держать. Надо подставку под телефон. Ладно, сейчас выставлю, покажу. Так, вот выставил. Получается, все, надо смазать кисточкой. Зафлюсовать. Припой уже на Иисусе. И горелка будем греть снизу. Вот так вот. Прогревать. Вот практически уже все сделал. Припаял сюда руку, а ноги припой не ложился. И грел снизу. Так он и не лег. Припой сюда и переплавил, перегрел металл, он загорело на краю тут. Сплавил, придется переделывать. Да, бывают, случаются и такие вот фейлы. Сейчас плавлю его в королек. Будем делать что-то новое. Фу, как некультурно. Вот, заказал новую восковку. Отлили ее заново. Обработал все, как в самом начале видео. И вот готовый результат. Ничего страшного, фейлы бывают у всех. Главное стремиться и делать все классно.